217 ленских семей должны получить новые квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда по этапу 2016-17 годов. Их большая часть уже новоселы. Буквально вчера переселенцы получили ключи от квартир в элитном доме. Понравилось ли новое жилье тем, кто последние годы терпел неудобства в аварийных домах, расскажет моя коллега Олеся Васева. Здесь никто не скрывает волнения. Перед большим жилым комплексом с нарядными подъездами те, кто ждал этого часа долгие годы. 90 семей получили ключи от новых квартир в двух элитных домах в самом центре города. Мою душу, мое сердце переполняет волнение. Такую красоту вообще в Ленске. Самый первый, самый лучший, самый красивый дом. Конечно, я очень волнуюсь. Конечно, думаю, что счастье будет здесь, и все будут здоровы и счастливы. Застройщик фирма «Три семерки» и раньше строила качественное жилье для участников программы переселения. Тоже в каменном варианте с соблюдением всех требований. Но эти дома особенные. На жилом комплексе при клинике матери и ребенка строители не экономили. Сам комплекс как украшение. Яркий, светлый, современный. В нем городская администрация выкупила квартиры для переселенцев. Новоселье немного откладывалось, все волновались, но не зря. Этот день как новая точка отсчета в жизни каждой семьи. От всей души поздравляю всех новоселов, которым мы вручили здесь квартиры. Надеюсь, что всем понравится, нареканий не будет. А нареканий и не было. Каждый, кто получал ключи, от души благодарил и главу города, чьими усилиями Ленск попал в программу переселения, и строителей, благодаря которым о старых аварийных квадратных метрах забыли, как только переступили порог новых квартир. Ленточка перерезана, заветные ключи в руках, новоселы идут домой. Квартиры светлые и просторные. Косметическая отделка выполнена в нежных оттенках. В таком интерьере можно спокойно жить первое время, не думая о ремонте. И как бонус – большие панорамные балконы. Из них открывается прекрасный вид на самый центр. Рядом удобная инфраструктура, поликлиника, аптеки, дворец культуры, салоны красоты, магазины. Не ожидали, что будет такая квартира, тем более она, я смотрю, больше по площади, чем мы жили. Как бы пусть небольшая, там разница, но есть. Туалет, ванна отдельно, это большой плюс. Ну, вообще, хорошо, мы рады, мы довольны, спасибо всем. Сейчас в новые дома заезжают семьи из нескольких аварийных общежитий. По Победе 54Б, его, кстати, уже снесли, и Каландарашвили 19, его тоже снесут уже в этом году. Новость радостная не только для переселенцев. Настроение замечательное, учитывая то, что мы сегодня вручили ключи 28 семьям, да, это вот первые ласточки в двух девятиэтажных зданиях в комплексе. Мы выкупили 94 квартиры, я надеюсь, что вот сейчас, как пойдет оформление документации всей, да, мы передадим ключи всем остальным, и я надеюсь, что в течение ближайшего месяца эти два девятиэтажных новых здания заселятся полностью людьми, люди будут здесь жить долго, счастливо. В этом году в Ленске будут сданы и еще два дома, куда переедут переселенцы. Еще 88 семей ждут своего радостного часа. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».